Всем привет, с вами Лего. Сейчас я сниму спешл выпуск, ребят. Обзор на такую вот ручку. В общем, вы все увидите. Вы видите кучу всяких разных проводов непонятных, да? Но это все сейчас надо. Вот у меня подписчики, там, они же мои друзья. У меня просто умоляли, сделай обзор на эту ручку. Хорошо, я сделаю. Включаем ее. Загорается вот такая вот желтая фигня. Стоит она, сразу говорю, 3500-3499. Довольно дорогая. Показывает, что нет ничего. Вот красный цвет, то что типа ничего, нифига нету, ребят. Мы должны... Ну, всякие провода. Мы должны, значит, допустим, красный цвет, да, вставить вот сюда. Вот так. Видите, она, и когда нажимаете вот сюда, она начинает засасывать как бы вот этот вот свет. И сейчас она нам даст расплавленный пластик, как видите. Вот он, сейчас. Бракованный сначала идет. Как бы в чем суть? Она затягивает это, а вытягивает как бы такой вот еще, не застывший. Но потом застывает, и это все, можно лепить всякие свои подделки и все такое. В общем, бракованный мы убрали. Так, все это сдвинем. Я вам сразу говорю, оно немножко само вытекает. Мне вообще ни хрена неудобно. Вот, допустим, давайте нарисуем человечка. Сначала нам надо закрепительную опору. Так просто ничего не сделать. Я использую вот такую вот пластинку, да. Так, закрепительную опору просто лепим в пластину. Вот, видите? Рисуем какую-нибудь штуку. Непонятную. Сейчас. Рисуем. И оно само все застывает. Это офигенное новое изобретение человечества. Да, я вам серьезно говорю. Сейчас я не стараюсь и не пытаюсь ничего либо нарисовать. Хотя, может быть, из этого что-то и получится. Так-с. Рисуем. Классная эта вещь. Думаю, 90% всех моих подписчиков не знают о такой штуке. Вот, поэтому показываю. Вот так вот. Дальше закрепляем. Допустим, вот так. Опа, вот получается что-то типа вот этого. Дальше мы делаем, допустим, какое-нибудь там тело, да? Сначала он какой-то плохой выпускается, вы заметили? Потом уже становится более медленным, более спокойным. То, что мне больше нравится. Сейчас я что-то не стараюсь, какую-то фигню делаю, но я пытаюсь нарисовать человека. У меня это плохо пока выходит. Я потом покажу то, что я нарисовал, когда очень старался. Все-таки на камеру сложнее. Вот так. Вот так. Продолжим, когда я уже нарисую все тело. Вот я нарисовал какого-то непонятного человечка. Но также это заканчивается все. Вот. Все заканчивается, естественно. Нарисуем сейчас руки. Я уже довольно опытный в этом деле. Так-с. Вот. После этого сейчас я как-то не очень стараюсь. Можем просто вот так вот передвинуть для удобства. Так. Также вы должны иметь ножницы, чтобы всякие косяки, типа вот этого, отрезать. Вот. Дальше можем скрепить это все хорошенько. Вот так. Делать уже бошку. Так-с. Делаем голову такими именно движениями, если вы хотите сделать что-то более-менее нормальное. Потому что сейчас что-то у меня вообще нифига не получается. Очень какой-то смешной чувак. Вот, наверное, вот это его нормальная сторона. Также, если мы хотим поменять пластик, вот нажимаем на эту кнопку. Слышите, да, она вытягивает обратно это все дело. Сейчас... Все. Значит, мы сами вытаскиваем там уже немножко пластика.
выдергивается. Вот здесь так надо вытянуть это. Вот, все. Дальше, собственно говоря, можем выбрать любой цвет, который нам по нраву. Это, допустим, зеленый цвет. Также, о, нет, лучше вот этот. Он светится в темноте. Я вам не вру, реально. Вот, но эти все материалы, если вы это очень любите, могут закончиться сразу же. Так. Так что покупайте дополнительные вот эти штуки. Может, их дают очень мало. Вот, допустим, я купил дополнительные штуки. Так, сначала, видите, браковка идет у нас. Здесь мы видим, да? Всякая браковка. Вот, все нормально пошло. Это все выбрасываем. А, о, горячо. И нарисуем что-то наподобие лица. Так. Глазик. Сейчас мне звонят, продолжим. Извиняюсь, меня отвлекли. Сейчас мы так вот нарисуем. Стоп, эту всю фигню уберем. Она сама вытекает немножко. Так что она обязательно выключать. Получился робот, наверное, у которого вот такой большой-большой глаз. Также здесь можно менять скорость. Вот так это маленькая, вот так это большая скорость. И, ну, естественно, там большой там шрифт, типа, или маленький, ну, рисование. Также можем там какую-нибудь фигню здесь сделать, какую-нибудь вот такую. И сейчас я просто рисую что-то непонятное такое. Так. О! Такая вот интересная вещичка. Теперь мы можем спокойненько отрубать электричество, видите, все, да, и это можно оставлять, в принципе, здесь, но желательно убрать это, ну, как-то я не убираю, знаете, также эту фигню надо стереть, убрать, точнее, вот, и получается вот такой вот человечек. Сейчас схожу за ножницами, и а вот они, ножницы, выпуск обещает быть долгим, минут на 10, наверное, уже 7 минут, так, отрезаем. Во-первых, открепляем его. Вот он открепился. Сейчас. Вот так. Вот все, здесь ненужный элемент открепляем. Блин, вот. Вот так вот хорошо. Цепь я хочу оставить. Ну, это не самая моя лучшая вещь. То есть реально все застыло. Вот, видите, ему абсолютно срать. То есть я его бью там, не знаю, могу кинуть, как-то еще там. Только если вы очень-очень постараетесь, он сломается, этот человечек. Сейчас пронесу еще мои фигурки. Вы заметили черную фигурку, самую мою, одну из самых моих лучших. Всего их 4 штуки. Я не знаю, наверное, эту я все-таки себе оставлю. Ну да, оставлю. Ну не знаю, ну да, оставлю, хорошо. Вот, в общем, вот такая фигурка. Она очень классная получилась. Также входит в Лего. Потому что она на этих пупырышках стояла. Ну, сами понимаете. Вот. То есть она стоит. Также черный бык. Очень красивый у меня получился. Видите, какие можно вещи делать. Очень красивые. Вот. И он может на него сесть. Серьезно говорю. То есть вот так. И бык может прикрепиться. Хотя вряд ли. У него такие же пупырки были. Такой одной из пупырок прикрепится. Ну, там он плохо прикрепляется. Дальше идет такая вот женщина с ужасным лицом. Рыжего цвета. Вот она. Оранжевого цвета, точнее. Стоп. Вот так. Дальше. Вот такой вот большой-большой мужик. Кто у меня в кадр даже не влезает. Вот он. Только с таким причесонным. Это вот этой... Рыжий муж, типа. Вот так вот. Прикольно. Вот это все, что я сделал. Все развалилось. Вся композиция. Красивая. Вот. Также. Вот этот. Да! Также вот этот робот. Вот так вот.
Ай, ладно. В общем, такие вот штучки. Мне кажется, самый плохой этот робот. Не знаю, ну, он больше смешной. Его, конечно, подрежу, все такое. Приведу в порядок еще чуть-чуть. Вот, вот такой вот был... А, нет, подождите. Еще хочу кое-что вам показать. Поскольку в комплекте дают мало, вы можете купить вот это. Это для 3D-принтера, но оно влезает вот в эту маленькую ручку, ребят, да. Сейчас покажу, сколько дают вместе. Нам дают вот это, чем мы рисуваем, рисуем. И вот эти два жалких куска. Может, вам с непривычки с тутоком нужно много потратить. И кажется, это немало. Но я вам скажу то, что половина вот этого... Допустим, вот такого рудка, уже среднего, уйдет только на бычка маленького. Вот, так что закупайтесь этой фигней. То есть, примерно покупка ваша обойдется в 4000. В общем, если вы готовы ради вот такой вот вещи потратить столько денег, то покупайте. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Лего. Пока, ребят.